Дань традициям, необычной свадьбой вновь удивили мексиканцы. В небольшом городе Сан-Педро Уалмелула местный мэр женился на аллигаторе. Этой древней традиции больше 300 лет. Почти ежегодно мексиканские градоначальники венчаются с крокодилами. Перед церемонией рептилию облачают в белое платье, надевают на голову венок и связывают челюсти. Символическое бракосочетание скрепляют поцелуем жениха и невесты. Население олицетворяет аллигаторшу с матерью-землей, а брак с местным вождем – это символ соединения людей с божеством. Местные жители верят, что обряд приносит хороший урожай и богатый улов. Этим обрядом мы просим, чтобы урожай был хорошим, чтобы море и лагуны дали нам пищу, в которой мы нуждаемся, и чтобы у людей здесь все было хорошо. С самого первого дня, когда меня выбрали крестной для невесты, я думала о том, во что одеть ее, потому что для нас, коренных жителей, это самый важный праздник. Быть крестной – это привилегия. Очень мало кто может это сделать. Участие в церемонии дарит мне радость. Я горжусь своими корнями и этой прекрасной традицией.